Привет, дети ночи, с вами Алена Вондер, ваша вампирша, и сегодня мы смотрим Lil Crystal Кукла, причем Crystal ла-ла-ла-ла-ла. Что я знаю об этом рэпере, он какой-то новый, и клип этот был выложен в ноябре или в декабре. Ну, в общем, посмотрим, насколько он хорош, но мне сказали, тебе понравится. Давай проверим. Плита горит на трапе, я знал, что буду богат. На шее висят бриллианты. Классика. Не, подожди, отмена. Или нет? Окей. Окей. Сейчас я должна остановиться, сказать, что загадочно. Начало, конечно, мне подсказала, что будет точно такой же нью-рэп про богатые тачки и деньги, но тут что-то внезапно все поменялось, давай проверим. Крашеные волосы, фарфоровые щеки, ты моя кукла, тебе не больно, ты смотришь на меня, растирая слезы, они бегут, да, тушь течет по розам. Хорошо, мне нравится девчуля, которая снимается, она такая прям хорошо, отрешённый от жизни. А, он будет сейчас её наряжать, но посмотрим. Прям Барби салон красоты. Не, прикольно, мне нравится. Сейчас такое посмотрим. Мейкап, как называется, мастер-класс от Lil Crystal, ла-ла-ла-ла. Разожги огонь его частями, да. Высуши тоску и согрей себя. Я думаю, неудобно в таких очках красить. Да еще в такой темноте, скажу я вам, ну ладно. Я не вижу себя, все помутнело глаза. Кукла куда-то ушла, сердце сгорело дотла. Дотла, эй, черно-белая весна. Какой поцелуй ты... О май гад, ты видел там такой зеленый, зеленая вспышка? Это красиво было, такого еще не видела. Это плюс. Что остался от меня? Намажет губы глоссом, чтоб тебя миг отражать. Она не пудрит носик, она кладет тебя спать. Куклой ты хочешь играть? Красиво. Нету времени, чтоб... Боже, да тут это прям... Откуда это? Это Сири, это из Ариэль Русалочки. Она сейчас его голос заберет. Киморучек. Он сделал, он станет куклой. Нету выхода отсюда, только куклы знают как. Крашеные волосы, фарфоровые щеки. Ты моя кукла, тебе не больно. Ты смотришь... Ну, короче, весело, весело. Американский стилек. Да, он очень такой расслабляет. Он с самого начала задал такой движ, такой, вот я движовая песня, так что признавай меня. Нормально, круто. Мне нравятся цвета, то есть красный, зеленый, розовый. Я люблю такое. Что это? Вот, тут желтый свет. Красиво. Красиво, мне нравится. Я так думаю, дальше там всем спасибо. Круто, мне понравилось тем, что я говорю, опять же, свет хорошо, качественно, ровно поставлен, все как надо, и идея вроде тоже неплохая. Правда, я хотела бы побольше, знаешь, мейкап. Не научишься ты с этих мастер-классов, как мейкапиться. Ну, покрасишь себя этой штука и крюка, и все. И красивый такой. Нет, конечно, нет. Пиши, что думаешь об этом клипе. Ставь лайк, подписывайся в комментарии, если тебе понравился мой обзор, мой реакшн и так далее. И до новых встреч. Пока-пока.